Друзья мои, 30 апреля. Оказывается, не так все плохо в нашей природе. Что если уточка в центре спортивного парка, в черте города, высиживает яйца? Вот мы тут, гуляя с собачкой, нечаянно ее спугнули. Вот она ходит такая, крякает. Сейчас я вам показываю ее гнездо и отложенные яйца. Посмотрите, мои хорошие. Конечно, я больше сюда не подойду. Это вот прям уж так получилось. Вот эта виновница испуга уточки. Ну, мне удивительно, потому что вон люди здесь постоянно. Машины, дети играют, шум, гам. А утка выбрала это дерево прям в центре спортивного парка. Ну, не чудо ли?